Обновленные 5000-е купюры появились в Белгородской области. В дизайне сохранена красная цветовая палитра, как в банкнотах образца 1997 года. Посвящена она Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне стела «Европа-Азия», на оборотной – памятник сказ об Урале в Челябинске и стела «66-я параллель» – полярный круг в Салехарде. На банкнотах есть QR-код, ведущий на сайт Банка России, где подробно рассказано о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот. Эти купюры обязательны к приему при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. А вот предыдущий образец в Красноярском постепенно будет уходить из оборота по мере износа. Обменивать банкноты на новые специально не нужно, и те, и другие будут находиться в обращении параллельно. В Страскольский Сбер обновленные 5000-е купюры пока не поступили. В Белгороде уже имеются.